Привет-привет всем! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина «Жар-парков». Я по нуждам своим личным заехал в один из магазинов сетевых наших московских, которые называются 95 градусов, и обнаружил очень интересные виды термозащиты, о чем прям вот бегу вам рассказать. Смотрите. Оп. Допустим, вот это вы все знаете. Это обычная флама. Вот такая вот у нее фактура. А рядом стоит какая-то очень интересная фиброцементная плита с такими же, в принципе, размерами. По цене практически в два раза дешевле. А внешний вид у нее сделан, ну, вообще, прям вот суперски, прямо, ну, скажем, как под спил березового дерева. Она не гладкая, она немного вот рифленая. И по цене в два раза дешевле. Ну, я пытал продавца узнать, кто производит, что неизвестно. Но вот такая вот фиброцементная плита. По толщине она, ну, такая же, как флама, вы сами видите. Очень интересная штука, прям вот и дешево, и под березовое дерево. Дальше, смотрите, что стоит. Флама, на которую нанесено фотопечать. Чем нанесено, не знаю, пытал, не знает, но очень сделано красиво. Смотрите, вообще шик. И последнее. Флама Decision, коллекция фотосюжетов. Смотрите, флама. Вот она же, флама. И на нее методом, я не знаю, шелкографии, фотопечати нанесено изображение различное. Естественно, они уменьшены. То есть вот наши дрова. И вот так вот они будут выглядеть вживую. То есть это все уменьшено. Ну и названия вот Бристоль, Прага, Бруклин, Тоскана, Слобода. К сожалению, потестировать я не смогу все это дело зажигалкой. По естественным причинам. Но вот эта вот вещь мне очень нравится. Единственное, что смущает меня, это ценник. То есть 2200 за фотопечать, 1,20 на 0,6, или же 800 рублей просто за плиту. То есть вот эта вот вещь, это конкурирует с Ничихой. Ничиха будет примерно в ту же стоимость, чуть-чуть, по-моему, подороже. А если конкурировать с плиткой терракот, то терракот все-таки выкладывать надо, это уже все готово. В общем, вот такие вот у меня вести с полей. Если вам все это дело интересно, позвоните в компанию 95 градусов, сайт я приоттачил снизу. Ну, а я все, что вот мог, все вам рассказал. И про крайне дешевую под березу сделанную фиброцементную плиту. Да, если кто не знает, что флама фиброцементная плита, что это фиброцементная плита, что это фиброцементная плита. Это просто различные фиброцементные плиты, а название флама или минерит – это коммерческие названия для фиброцементных плит. Не знаю, может быть, переплата идет как раз за слово раскрученная там флама или минерит, а это вот, не знаю, какой-нибудь там фламовый завод там в Усть-Сысуйске делает, и вот нашел рынок сбыта. Но плита вообще мне очень-очень-очень нравится. Прямо охренительно красивая. Вот. Ну все. Понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Комментарии пишите. И красную кнопку подписаться нажимайте. Все, с вами был Анатолий. Йоу-йоу-йоу.